Я Гридина Дарья, ученица 3 класса Козловской средней школы. Выбрала стихотворение Аллы Камбаевой «Сердце матери», потому что в нем говорится о самом родном человеке на нашей планете. Это о маме. Она всегда поможет и выручит из беды. И никогда не надо забывать о ней. По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться, хоть бы раз!» Вы под этот стол пешком ходили, в праздник пели песни до зари, а потом уехали, уплыли, улетели. Вот и собери. Заболела мать, и в ту же ночь телеграф не успевал стучать. «Дети, срочно, дети, очень срочно приезжайте!» Заболела мать из Одессы, Таллина, Игарки. Отложив до времени дела, дети собрались. Но только жаль, у кровати, а не у стола, гладили морщинистую руку, мягкую серебряную прядь. «Почему же дали вы разлуки так надолго между вами встать?» Мать ждала дождь и в непогоду, в тягость бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм.